Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Mobile Legends Adventure. Продолжаем вести нашу рубрику «Аккаунт с нуля». Девятый игровой день. И снова собрались призывы, поэтому надо сразу их использовать. Вначале, друзья, каждый раз на каждой серии, напоминаю вам, сейчас такой период игры в начале, когда все надо тратить, чтобы максимально ускорить прохождение кампании и за счет этого открывать все новые и новые локации, новые и новые материалы, чтобы добавлялись в награды, и за счет этого прохождение будет дальнейший буст. Также в этой серии разберем еще два таких момента, друзья, по рынку, что стоит там приобретать, по моему субъективному мнению, на данном этапе игры. И зайдем еще, посмотрим, рассмотрим такую ситуацию, когда мы прокачиваем персонажей, одни копии нам выпадают, другие нет, а мы себе выбрали, например, уже 5 персонажей, которые поставили основные, и за счет которых остальные качаются. Как это поменять и сбросить? Довольно все легко. Если видео вам будет полезным, понравится, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем и каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Итак, по прогрессу. На данный момент 23.18 по компании Руины Акаши. Мне там тоже на какой там у нас древняя кава 4. Мне просто БМки не хватает босса побить. Башня Вавилона у меня 162 на данный момент. Но опять же, я напоминаю, я не пушил ее. У меня все идет на зачистке в башне Вавилона. 20 тысяч алмазов собралось и энное количество призывов. Сколько? 50 обычных и, более важно, 60 чудесных. 60 чудесных мы вкинем в гибридов. В бойцов, там где Зелонг. Ёпс тудей. Вот это подгон. Зелонг — это топчик. Это продолжение призывов с осколков с предыдущей нашей серии. Что, погнали в пруд мечты сразу. Сейчас попризываем. Рекомендуемый призыв. Ну, Лесли — это точно не для Лесли. И даже в Алису я бы не стал тратить. Это очень дорого. Бесплатка есть. Что нам в бесплатке? Ничего. Шиш с кукишам. Погнали. 56 призывов. Сейчас мы еще выполним задание на призывы за алмазы. Наталья. Ну хорошо, может, в будущем уровне будем за счет нее качать вроде бы еще одна копия, да? Хотя, наверное, это только вторая. За алмазы. Нана. Замечательно. Это первая копия. Отличный персонаж. Ее надо выводить в Нексус. Качать максимально быстро. Воскрешает одного из наших героев. Если он умер. Да, я хочу потратить. Больше сегодня не спрашивай. И посмотри. Не спрашивай. И пойти посмотреть. Возможно, я там собрал и попытаться поймать еще 15 чудесок, если я правильно помню. Давайте вместе сейчас зайдем. Канон звездопада. Забрал. Здесь 50 есть. Да, давайте испытаем нашу удачу. Еще та эпическая сила. Ну, прям еще плюс 5 призывов обычных. И забрали мы сундук. Я даже не посмотрел, кто там в сундуке. Ух, заманчиво, друзья. Ну, наверное, стоило бы взять Чонга, хотя не топовый персонаж, или Хванджиньку, что быстрее. Ну, короче, надо будет подумать. Вы напишите в комментариях. Возможно, копию Алисы, чтобы быстрее ее уровню качать, или Сильваны. Короче, выбор есть, кого выбирать, но сейчас я это делать не буду. На игровой процесс прям это сейчас сильно не повлияет. Я набрал немножко премиум призывов. Да, 5. Давайте еще. Да, давай. Нам надо качаться. Давайте все пока используем. Аргус тоже хорошо. Еще один аргус. Но это жирный намек, чтобы как раз его, если у меня будет достаточное количество, 3 аргуса. Ух, я даже не знаю, радоваться или нет. Ну, можно будет его качать, собственно говоря, но вот Нана — это намного приятнее. Можно будет его качать в уровне. Однозначно один слот поставить. Это мы как раз сейчас посмотрим. Лишь бы кормехи хватило здесь в бойцов. По-моему, в бойцах у нас. Да, Ретелька, спасибо. Тоже первая копия. Отличный персонаж. Я даже на основе ее в башне фракционной использую.
Здесь список желаний. Сейчас я единственное еще раз проверю. Да, бойцы, все правильно. 60. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Давай тоже, может, еще нам нано выпадет. Ну вот. Три наны, три аргуса. И еще нано. Давай лучше гибридов. Игруля, спасибо тебе, конечно. Ну как-то все. Руби тоже отличный танк. Тоже начинаем ее качать. И гибридов мы в этот раз получим или нет? В прошлый раз у нас гибридный был призыв, в этот раз нано-призыв. Нано-призыв Аргуса, нановый призыв. Ну, значит, вот как раз этих персонажей, скорее всего, сейчас придется нам перекидывать в уровни. Машка, спасибо тебе, конечно. Машка, Маша и Медведи. Ну, явно сейчас не до тебя. Такой призывчик получился. Погнали в слияние, посмотрим, что это по итогу нам даст. Ну, скорее всего, Аргуса надо будет перекидывать. Нану и Аргуса надо перекидывать, потому что их можно на 3 звезды уже выкачать. Если была бы кормёха сейчас у меня. А Нану есть кормёжка. Нану есть кормёжка качать. Увидим. И увидим, да, может даже сразу ей можно будет еще даже дополнительный уровень, по-моему, качнуть. Походу, да, прокачиваем нану и кидаем в нее уровни. Здесь однозначно, вот как раз на нане и будет этот пример. Делаем еще кормежечку. Вот она у нас здесь как раз добавлен в список, да и черт с ней добавлен в список. Нам сейчас важнее нано вывести как можно больше звезд и перекинуть ей уровни, за счет этого остальных тянуть. Это сейчас у нас будет основная задача. Так, вот привет, и по-моему первый сосуд души мы открываем. Однозначно плюс, однозначно плюс, однозначно лайк. И что у нас еще тут? Гибрида в этот раз вообще, вообще без гибридов. Харли не буду спешить, не буду спешить. Ангелу тоже слабо нападала. Кормехи здесь мы уже побывали. Здесь мне тоже кормежка есть, не хватает. Не хватает одной шестерки, чтобы сделать. Хотя можно вот адету. Можно адету поднять пока. Давайте так и сделаем. Можно поднять адету. Это тоже как раз персонаж, который, через которого мы всех качаем. Это мы ей тоже бонус. Бонус уровня поднимем. Здесь Аргус. Но кормехи просто нету. И, наверное, стоит придержать его, а кормёху, если что, копить на Алису и ее прокачать. По остальным пока больше хвастаться нечего. Идем, друзья, теперь перекидывать уровни. Однозначно стоит у меня в уровне Наяда. Ну, Наяду явно я не успею так прокачать, как Нана сейчас бустанулась. Поэтому бесплатный перенос делаем. И за счет этого вот здесь храм пыли, передача уровней, делаем замену. И все теперь через нану я смогу спокойно поднимать своих персонажей дальше. У нас получается Ангела, Нана, Алиса, прокачаны 2 звезды, и Адетта тоже 2 звезды. Ну, то есть, по сути, я могу спокойно, если у меня сейчас есть немножечко материалов, а материалов у меня нету, начать качать сосуд души Нани. Это тоже будет хорошо. И копить теперь сопли. Сопли, чтобы ей поднять уровень, да и Адетте тоже. По магазину, друзья, и на этом будем заканчивать. По рынку, что я беру? Обычный рынок, бесплатку обязательно не забываем, каждый раз заходим, сопли 100% выкупаем, несмотря на то, сколько у вас там золота, сколько у вас соплей, выкупаем каждый раз. Здесь по материалам еще ничего не выкупаем, здесь нет ничего интересного. Шмотки я тоже не советую брать, пока они не актуальны. Вот у меня уже в магазине гильдии красные появились, но надо ждать, пока появятся
красные классовые. Возможно, тогда стоит какую-нибудь там шмотку приобрести, но пока не актуально. Здесь магазин подземелья, пока скидка и не хватает постоянно соплей, я беру, так как они и не дорого стоят, но здесь надо выкупать персонажей. Ангелу однозначно, как только есть возможность, и Адетто тоже для прокачки тоже буду брать, но пока у меня эти фишки слабо собираются. Здесь копится тоже очень долго, соответственно, можно будет Нану или Лилию выкупать. Но можно вообще сразу уйти, скорее всего, в выкуп Мартиса или Заска. Копите 250 тысяч, тогда уже выкупайте. Ну, возможно, опять же, если у вас будет какая-то игровая ситуация, например, одной копии для пробуды Наны будет не хватать, ну почему бы ее не купить и за счет этого бустануться? Потому что от одной копии Заска или Мартиса, да, это откинет вас на месяц по прокачке этих персонажей, но это прям не имба, чтобы на них зацикливаться. Магазин Таэля однозначно берем пока сопли и тоже берем банки, чтобы качать уровни боевые, боеприпасы. Здесь тоже забираю по максимуму сопли. Это более важно. Пока не открылись священные клятвы, забираем опять же банки и сопли. Магазин доблести пока у меня только недавно открылись, пока нету даже возможности что-то купить. Но если возможность будет, обязательно выкупаем вот это быстрый сбор. Прям обязательно. Банки тоже, если есть возможность. Здесь у нас получилось набрать 18 тысяч. Здесь это даются материалы за призывы, обязательно тоже выкупаем. Зайдем сейчас, как раз используем. По сундуку я подумаю, куда его. Ну-ка, ничего себе! Вот это перекрывает все то, что мы получали до этого. Мы не получили гибридов, получили дофига Аргуса, дофига Наны, и вот с обычной Крацел это просто замечательно. На этой веселой ноте, замечательной, радостной, будем заканчивать. Надеюсь, видео вам понравилось, будет полезным. Если еще какие-то вопросы по использованию ресурсов или приобретению на этом этапе игры, пишите в комментариях. Буду обращать внимание по ходу съемки. Всем мирного неба над головой, всем бобра добра и до встречи в следующем видео.